Оп. Приветствую, друзья мои. С вами, как всегда, я, Серж Влади. Сейчас мы начинаем свое небольшое повествование вот отсюда, с Арабских Эмиратов. Ну, в общем-то, практически с моего бассейна. Вот напротив вилла стоит. Ну, это, в общем-то, один из пяти или даже шести бассейнов, которые в округе. Поэтому вы могли видеть на других видео другие бассейны, других там, в общем, дизайн и декорации. Атмосфера другая совершенно. Здесь мы вот как бы так начинаем. О чем я хочу сегодня с вами поговорить? Ну, это длинный разговор. Мне хотелось бы выпустить своего зверя на волю, потому что он действительно уже достал и хочет действительно как-то погулять. Единственное, что я боюсь, чтобы он куда-то не сбежал. Поэтому буду внимание ему в первую очередь уделять. Вот. Но и тем не менее, мы будем... Рыжик, ты будешь хорошо себя вести? Давай, все. Уже он куда-то подался, побежал. Вот, поэтому я, конечно, буду внимание уделять ему в первую очередь и рассказывать вам о том. Ну, давайте понаблюдаем за ним, что он делает. Ну, конечно, ему жарко, он любит сбегать с этого бассейна, уже два раза с этого пула, с моего пула сбегал. Вот. Полез, залез сюда. Вот, видите, жарко. Мы потом его кинем в бассейн поплавать. Наверное, вот, если он захочет, конечно, если он не будет против. Ну, это я вот зачем хочу вам записать это видео, показать, потому что многие, на самом деле, многие думают, что вот здесь нет зелени в Эмиратах, нет там ни деревьев, ни кустов. Посмотрите вокруг, специально еще раз вам покажу, сколько здесь зелени вокруг. Вот там, вот там даже домов, виллы, даже практически не видать. За этим всем делом. Ну, видите сами, да? Вот как-то так. Поэтому я вам хочу еще раз сказать о том, что не слушайте вот каких-то маргиналов, которые вам будут, если вы куда-то захотите ехать, вы можете просто ехать. Зачем слушать кого-то, чьи-то наставления, особенно вот этих старых консерваторов, там, не знаю, родителей или бабушек и дедушек. Им, конечно, прикольно, что вы будете возле них, возле их юбки сидеть. Вот. Но, тем не менее, жизнь проходит, и если вы считаете, что как бы можно распоряжаться, разбазаривать своим временем, своими днями так вот бессмысленно, бездумно, ну, значит, так ваша жизнь и пройдет. Смотрите. Вот. Какой здесь бассейн. Но я уже, честно говоря, спарился, поэтому потихонечку я буду приготовляться для дальнейших моих пешеток. Кот уже куда-то сбежал. Посмотри, пока я с вами разговариваю. А, вон он сидит. Рыжик, далеко не уходи. Ты понял? Иди сюда. Иди сюда, Рыжик. В общем, друзья мои, он меня учит. Кис-кис-кис. Иди сюда. Я его пойду забирать, сейчас кину в бассейн, наверное. Потому что он меня достал. Иди сюда. Потому что ему жарко тоже. Вот, иди сюда. Иди сюда, Рыжик. Иди сюда, говорю. Что это такое? Все, спокойно сидеть спокойно. Сидеть. Тебе жарко, я знаю. Стой. Вот так. Стой. А тихо ты, не царапайся. Все, вот так и сиди. Окунулся, скопался, сиди. Лучше же стало, да? Спокойно. Водички хочешь? Водички хочешь? Не, так серьезно, ему намного лучше, уже у него шерсть очень большая. Ему так жарко очень, конечно, как ему сидеть. Вот, а так ему намного легче. Бедный кот. И жалко его, что ему так жарко. Но он хочет так на улице погулять. Хочет, чтобы я его брал всегда с собой на улице. Да, Рыжик? Ну, вот, в общем-то, если что, подписывайтесь, ставьте лайки. Если из-за того, чтобы с котом гулять и купать его иногда.